26 сентября в Императорском зале Казанского федерального университета состоялось открытие 42-й школы конференции «Информационные технологии системы 2018», которая организована совместно с Институтом проблем передачи информации Российской академии наук. Это уникальная школа для обмена научным опытом и стимулирования новых идей и открытий. Молодые участники конференции обсуждают актуальные задачи из разных областей знания. Это школа конференции для молодых ученых, которая собирает ведущих программистов, специалистов во всех областях и молодых начинающих ученых, инженеров, тех, кто заинтересован информационными технологиями. Выездные школы дают возможность сверить часы, обменяться идеями, обнаружить неожиданные пересечения. Не менее важно и перемещаться в неформальном общении, из-за чего школа не организуется в Москве, а в разных городах России. Мы сотрудничаем с Казанским федеральным университетом уже заметное время. Сотрудничаем прежде всего по линии исследований в области биоинформатики. Наши биоинформатики здесь очень завсегдатые в Казани. Очень приветствовали мы создание Международного математического центра на базе Казанского федерального университета, состоявшегося в прошлом году. И вот в этом мы привезли сюда нашу ежегодную традиционную школу конференции молодых ученых. Работа 42-й школы конференции «Информационные технологии системы 2018» продолжится до 30 сентября. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюс.